Игровой комплекс построен на месте старой детской площадки. Детвора из окрестных домов гуляла здесь десятилетиями. Во время инспекционного велообъезда жители попросили главу округа заменить морально устаревшие, изношенные элементы на современные. Андрей Иванов дал соответствующие поручения, и уже к сентябрю на пересечении улиц Комсомольская и Сосновая появилась новая игровая зона. Благодаря жителям и такой инициативе мы провели голосование, поставили площадку в программу, эту точку. И здесь теперь сегодня появился новый игровой комплекс по программе губернатора. Андрей Ильич выделил денежные средства, и мы построили вот такой замечательный объект. Называется он «Транспорт», потому что здесь основной элемент – это корабль, вокруг которого, собственно, расположились другие формы активности. Площадь в 450 квадратных метров разделена на несколько зон для детей разных возрастов. Песочница вынесена за пределы основной площадки. Такое решение позволяет дольше сохранять мягкое прорезиненное покрытие комплекса. Для малышей здесь установлены дополнительные игровые формы. В этом году по программе губернатора открыли 9 площадок, 8 в Одинцово. Город давно нуждался в таком внимании, и Андрей Ильич выделил денежные средства, на которые мы смогли создать такие прекрасные детские объекты, где наши дети будут развиваться, проводить свое свободное время на свежем воздухе и получать массу позитива, заряд бодрости и хорошего настроения. В ближайшее время на новой детской площадке появятся камеры видеонаблюдения и будут установлены дополнительные опоры освещения. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».